Привет, привет, мои хорошие, с вами Татьяна. Мы находимся с вами в торговом центре Ocean Plaza. Рассмотрим новогодние витрины, заглянем в некоторые магазины. Например, витрина Лёнджоу. Здесь у нас представлены вот такие товары молочного цвета. Пальто. Вот такие темные наряды. Юбка Гофре. Такого слегка золотистого цвета, бронзового. Вот такие вот платьица трикотажные в Люджо продаются. Пальто в клеточку. 11200 гривен, 372 евро. Такие черные курточки. Пальто цвета кэмел с капюшоном. 10 тысяч гривен, 860. 5600 гривен. Вот это платьице, оно не очень длинное. Такие рукавчики. 10 360, двухстороннее пальто в клеточку. Вот такие милые качественные товары продаются в Люджо. Кому интересно, загляните, возможно, что-то вам понравится. Армани, здесь вот такая витрина у нас. Сочетание сиреневого, белого и черного. Классно. Такие вот белые пуховички здесь продаются. Много спортивной одежды. Такое красивое пальто морской волны. Красная куртка стоит 7500 гривен. Марко Поло. Здесь вот такая витрина у нас. Такое объемное оверсайз пальто песочного цвета. Куртка мужская. Вот такие вот джемперочки с принтом. Люблю эту марку. Здесь всегда такая интересная качественная одежда продается. Вот смотрите, есть песочного цвета шарфы, черные шапки, рукавицы. Перчатки. Здесь также продается и обувь. Вот такие вот белые ботиночки. Объемные пуховики также продаются у Марко Поло. Видите, какая здесь цветовая гамма. Черные, серые, такие зеленоватые. Как назвать этот цвет? Защитный цвет. И вот такие золотисто-бежевые. Также в продаже здесь жилеты с капюшонами. Многие любят такую одежду. Можно надеть что-то под низ тепленькое. В то же время руки будут оставаться свободными. Вот такая коллекция сейчас продается. Спортивные костюмы, худи, пуховики. Худи, смотрите, какого интересного кораллового цвета. Такие же есть шапки. И вот еще какая приятная цветовая гамма. Очень люблю такой цвет. Смотрите, какой классный свитер. И вот такой крупной вязки свитерочки. Песочного цвета. Джинсы микровельвет. Вот такие вот шапки. Этот свитер стоит 6800. Везде 26 евро. Футболочки с такой надписью. 14600 эти пуховички, те, что на витрине. 5800 гривен, около 200 евро. Вот такой свитер стоит 6800 гривен. Есть пуховички покороче. И вот такие вот черные. Прекрасный коралловый цвет. Джемперок стоит 3800 гривен. 11 тысяч гривен стоят эти пуховички. Милые черные юбочки 4800. Здесь вот, здесь по бокам змейки. Стягивается на талии. 4600. Вот такой джемпер тоненький.
Смотрите, какая группа манекенов показывает одежду этого бренда. Очень смотрится красиво коралловый и молочный цвет. Вот такие вот свитерочки продаются в нынешней коллекции. Укороченные курточки тоже разных цветов. И такой лавандово-розовый, сиреневый цвет какой-то непонятный. 9000 гривен, 300 евро стоит. Вот такая куртка. Пальто песочного цвета, то, что мы с вами видели на витрине. Вот оно. Сейчас глянем, сколько стоит. 13000 гривен, 433 евро. Вот это пальто. Очень качественно пошито. Есть темно-синие брючки, самые обычные. 10800. Вот эта курточка с капюшоном. Вот такие шарфы под цвет куртки, под цвет пальто. Вот такие луки можно собрать на основе магазина этого, на основе товара этого магазина. Вот такие в елочку брючки. 5500 гривен, около 200 евро. 6200 гривен. Вот это платье коротенькое с длинным рукавом. 206 евро. 12000 гривен, 400 евро. Вот это пальто без подкладки. Такое легенькое. И смотрите, какое классное сочетание голубого и камел бежевого цвета. 11800. Вот такое полупальто. Есть такого молочного цвета. И есть кирпично-коричневого цвета. Вот лук составлен темно-синей гамме. Такие вот брючки в клеточку, курточки легкие, стеганые. Девчонки, напишите, любите этот бренд? Какие-то товары есть у вас из этого бренда, из этого магазина? Как они носятся? Здесь всегда так очень приятно находиться. Товары очень интересные. Смотрите, какая обувь здесь продается. Тоже выглядит очень качественно сделанной. Такие вот перчатки. Смотрите, какая цветовая гамма. Вот эти шапочки. Вот какие. Здесь стоит 6000 гривен, 200 евро. Вот такая сейчас коллекция. Вот. Замечательное сочетание цветов бежевого, такого кирпично-коричневого. Сейчас посмотрим, сколько стоят эти ботинки. Вот эти давайте рассмотрим. Смотрите, как они хорошо пошиты. Прострочка классная. Так, и стоят они, ой, почти 10 тысяч. 9800 гривен. 6000 гривен по типу ботинки Челси. 7000 гривен, 233 евро. Вот эти ботинки, знаете, такие легкие-легкие, невесомые. Замечательная модель и очень качественно сделана. Вот такая пара симпатичная. Есть еще черные. 6800. Вот эти 226 евро. И есть такие черные. Очень-очень мягкая кожа. Высокие армейские сапоги. Стоят они 7700 гривен. Такая хорошая платформа. Не замерзнете зимой. И есть, конечно же, черные. Вот еще такая пара. Шарфы стоят 4400 гривен. Вот такое вот сочетание цветов. Вот такая одежда. Курточки без рукавов. Такие вот жилетки кожаные. Вот замечательная одежда этого бренда. Разные цвета. Под любой цветотип. 18000 гривен, 600 евро. Вот это пальто. Вот темно-синяя курточка.
понравилась мне коллекция Марко Поло. А если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь, новенькие. Вам не трудно, а мне приятно. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки. Я не обижусь. Все, мои хорошие, до новых видео. С вами Татьяна. Пока-пока. И немножко торгового центра. Здесь гуляют неспешно покупатели, что-то покупают. Некоторые отдыхают, мужчины в основном отдыхают. Пока женщины ходят по магазинам и выбирают новогодние подарки. Все, мои хорошие, до новых видео. С вами Татьяна. Пока-пока. Не нашел, сколько. Пока, мои хорошие.